Вот у вас в средствах массовой информации это не показывает, а мы видим. Ну, скажем, на Западной Украине священнослужитель призывает толпу ехать в Киев и громить правительство. И дальше аргументация. Чтобы в нашем доме не командовали негры, москали, то есть русские, и жиды. Вы знаете, это край... Во-первых, удивительно, что это делает представитель, значит, религиозной деятельности. А во-вторых, это ведь крайнее проявление национализма, абсолютно неприемлемое в цивилизованном мире. И призывая украинское правительство и президента Януковича действовать цивилизованными методами, мы должны обратить внимание и на его политических противников, призвать и их тоже придерживаться методов цивилизованной политической борьбы.